С чего началась данная история? С того, что придя как-то сюда, на улицу Советской Армии 31А, я увидел вывеску «Мугабест». Увидел сотни людей, причем разного возраста, которые по непонятной мне причине лежали на небольших таких кроватях. Так что это такое? Подумалось, сетевики. Но рублей и долларов в глазах присутствующих я не заметил. То есть это что-то другое? Я точно знаю, что сетевой маркетинг клинит мозги. К сожалению, эта процедура имеет место быть. Меня такой штукой с детства не зацепить, но когда я заходил в это здание по улице Советской Армии, то волей-неволей думал, что здесь что-то с сетевиками не того. Но не может же 40 человек в раз просто так лежать на кроватях. Теперь есть возможность разобраться в деталях. Итак, прочистив мозги, мы понимаем, что купить цептр можно, но в большинстве случаев не нужно. Отдельные перцы покупают пылесос за 100 тысяч рублей. Мой стоит 100 долларов, делает то же самое. Тот, кого война не поубивала, продолжает в преддверии времени электромобилей грезить ширпотребом за 2-3 миллиона. А Нугабест в сказке не играет, а продает изделия из турманиевой керамики. Теперь поподробнее. Если это массажер, то это в действительности клевая кровать с многими функциями. Если это теплый мат, то он того стоит. Я достаточно далек от глубоких исследований, но 5 минут в интернете достаточно, чтобы вам объяснить суть, а точнее даже цену того, за что вы платите. Я полазил и скажу вам авторитетно. Даже в Китае массажную кровать дешевле 2000 долларов не купить. А это сделано и придумано в Корее. При этом это очень интересный комплекс. Вроде и не греет, но вам тепло. И он оборудован электрическими стимуляторами на основе турманиума. Кругляшочки такие, призмы, это не просто камушки, это смесь турмалина и германия, нагретая до 1300 градусов и обладающая весьма оригинальными характеристиками. К примеру, она проводит электрический ток и организует тепловое воздействие. Все это вкупе с массажом приводит к стимулирующим и даже лечебным воздействиям. Ну а приходят сюда те, кто, проверив на практике, хочет абсолютно бесплатно провести час в состоянии обучения и профилактики. Тот, кто пока не готов за сумму в 3000 долларов купить себе здоровье. Хотя те же самые деньги они вываливают за абсолютно невостребованную по функциям телевизионную панель. Да еще про уникальность дома Нугабест. Семейный подход или чувство локтя. Это когда тебе дают полную информацию. И поняв, как это работает, вы можете под присмотром опытного консультанта попробовать. А вы знаете, попробовать-то есть-то что? Турманиевая керамика, и это, естественно, не только мат и массажная кровать. Это и жилеты, и пояса, и многое из того, что можно попробовать. Но можно и получить в подарок. Да потому что есть всегда приятные моменты. Хотя приятен сам момент обладания достойным массажером с какой-то космической гарантией и полным циклом сервиса. Я не буду дальше вам вентилировать мозги своими рассуждениями. Мы квартетом споем свои ощущения. Меня, дилетанта, профессора стабильного вуза Магнитогорска, достойного пенсионера в возрасте и большого любителя турманиевой керамики. Человек, который в спорте, наверное, всю жизнь. Вас трудно обвинить в пособничестве сетевому маркетингу. Нугабест, насколько реально эффективно? Честно? Честно. Значит, супруга меня пару месяцев назад привела, подсказала, да, никогда в жизни нигде не читал, ни по телевизору, да, не видел, да, что есть такая вот Нугабест, да, контора, которая медицинским оборудованием торгует. Пришел, послушал, лег на кроватку, 5 сеансов, и я забыл про боли в пояснице. За 5 сеансов. У меня межпозвоночная грыжа. Уже в поясничном отделе 2 грыжи. И уже даже Леонид Сак предлагал даже оперироваться. А тут за 5 сеансов у меня спина практически перестала болеть. Целый месяц я бросил все. Ходил сюда каждый день. Практически, да. Что произошло? Во-первых, давление упало на 20 единиц. Да, у меня было повышенное давление 160 на 100 примерно. Сейчас 135. Вот последние замеры 2 дня назад. 135 на 86. Вот, купил турманиевый вот браслет, турманиевый. Отдал 5000, не пожалел, говорит, давление регулируется очень хорошо. Убедился 100%. Да. В среднем, учитывая то, что возраст, во-первых, потом, ну, стрессы, нагрузки всевозможные, конечно, у меня были проблемы, связанные с желудком, да, со сном, там, с давлением, безусловно, до сердца. Что в результате произошло? Я пил в среднем 8 утром таблеток,
8 и 6 вечером. Суммарно где-то в месяц я платила от 4 до 4,5 тысяч рублей только на таблетки. Второй месяц и ни одной таблетки. Все проходили? Надо попробовать и это. Конструкцию NugaBest. Так, она такая хитрая. Ну, чтобы вы поняли, да? Самая дорогая штука – это вот турманевая платформа. Она прогревает вас. Но чтобы вы еще дальше поняли, здесь еще и стоит массажер, который вашу спину на место ставит. То есть это не просто так. А когда ты чумаешься от бессонницы? Ну что, говорят, вот так надо делать. До конца. Сейчас из меня что-то сделают. Точно нормально? Что дальше делаем? Нажимаем подогрев. Ага. Массажера. Пускаем ролл вход. Ой, я теперь все понял. Это вот ручной проектор. Это для чего? Покрыть ухо, горло, нос, больное плечо. Так. Печеночку. Хорошо, нос тоже так же можно, да? Носик погреть. Ага. Кладется на голое тело, на мокрое. А я сейчас сделаю что такого сложного? Чтобы не было большого животика. А, хороший пресс. Такая вот стимуляция мышц. Я вообще очень люблю массаж. Я теперь все понял. Доехал. К сожалению, тот человек, который мне делал массаж, он уже на том свете. Его оттуда не вернуть. Ой. Да. А. Теперь я все понимаю. Повалялся так 24 минутки. Ой, как меня гнет-то все не по-детски. Спинка. Ай. Мышцы. Кошмар. В общем-то, это того стоит, поверьте мне. Проблемы были всякие. Вот. У меня было 3 операции. Вот. Болел позвоночник, болела поясница. Дочь наша, Надежда, вот, уговорила нас вот, посетить выставочный зал NugaBest. Нам понравилось. Мы нашли нужным тогда купить пояс. NugaBest. Купили этот пояс, которым пользуемся и до сих пор. Есть выставочный зал NugaBest, который находится на Советской Армии 31/А. Нас это увлекло, потому что вот вы видите, я сам хожу с этим делом. Вот. Мы послушали ее и пришли сюда, вот в этот выставочный зал. Они совершенствовались, намного лучше обслуживание, культурнее, что ли, человечнее стало. Вот. И решили совершить подвиг, в кавычках говорю. Вот. На третий день пребывания здесь, в этом выставочном зале, мы купили себе вот такую койку-массажер. Вот. 75 800 рублей. Тут же за наличный расчет, как говорят, тут же внесли деньги. И теперь ждем не сегодня-завтра получения вот этого массажера. А какие у вас ощущения от этого массажера вообще? Ведь не может же то, что 80 лет склеивалось, и за 1-2 раза расклеить все это. И вот мы уже 11-е посещение здесь сегодня. И сейчас, вот я вот только что говорил, вот повторяю, извините, я уже боль-то не ощущаю, значит, процесс оздоровления идет вот так же с коленкой. Вот. Вроде пока после самой процедуры что-то чувствуешь, ведь там катается, это нагревается и все эти вот, оборудования-то. Вот. А пройдет какое-то время, смотришь уже, и танцевать охота. Скажите, пожалуйста, какими ножками, с какими болячками вы сюда пришли, что получилось? Ну, пришла я, как мои друзья начали ходить сюда, в NugaBest. И я попала, ну, заболел позвонок.
станочник, в саду поработаешь, ощущения такие, ну как бы. Она мне говорит, пошли, сходишь, попробуешь, как это, ну на себе испытаешь. Но я пришла, посмотрела, думаю, бесплатно, как это редкость такое сейчас в наше время, чтобы можно было посещать этот салон, дом-магазин Нугабест. И думаю, ну ладно, попробую неделю, похожу и ну, свои ощущения на себе испытаю. Проходила неделю, смотрю, у меня боль как бы ушла, боль. Мне стало намного легче. И в саду уже я могла работать лопатой там. И более, думаю, буду все продолжать. Как дальше? Потому что проблема у меня была. Проблема с почками. В левой почке у меня были камушки два, когда я прошла в этом году в мае УЗИ. Смотрю, камушек один растворился как бы. Как бы у меня как бы настроение появилось, желание посещать. Потому что и здесь смотришь на людей, чувствуется, что приносит это добро. Люди ходят, посещают этот дом Нугабест. Значит, есть результат. Улучшилось состояние, самочувствие, кровообращение улучшилось, как-то сон нормализовался, давление нормализовалось. Вот видите, я ожерелье себе не снимаю и хожу целыми днями и ночами, сплю в нем. Так что результат есть. Мы, конечно, долгое время можем обсуждать всякие различные там стоимости процессов. Я вам скажу, сколько стоит хороший массаж. Хороший массаж разовый стоит, ну, несколько тысяч рублей. Но так, чтобы одновременно мне прогревали ноги, массировали спину, прогревали ее, и при этом еще и тот самый пивной животик. Так, я вам так скажу, вот если ко всем специалистам в раз сходить, десяточку за один сеанс точно отдадите. Вот. А такая штука может у вас 30 лет дома работать, когда гарантийный срок работы очень большой. Я специально ничего не получается. Вот то ощущение, что вот у меня на пузе творится, это просто потрясающая штука. Знаете, наверное, похожу тоже. Может быть, да. Может быть, я вернусь в то состояние души и тела, когда мне было 25 лет. Потому что вот здесь мне еще 18. Мне после тестирующего массажа задали вопрос. А когда вы придете вновь? Я, как человек, привыкший делать дорогие покупки, возразил. Да проще куплю. Потому как самое дорогое – это время, которого нет. Сумма покупки не превышает, кстати, средств, которые вы в раз вваливаете за загранпутевку. Другой вопрос. А стоит? Ну, в принципе, убедились, что да. За деталями вы сюда придите. Вспомните мою инфу. Ну, а не вспомнив, в интернете. Повторите в YouTube. Мозги включить, ведь штука-то несложная. Почему люди приходят в этот зал? Почему они не ходят там по врачам? Может, уже находились? Потому что люди, во-первых, они приходят сюда попробовать это оборудование, оценить положительное воздействие на свой организм и, во-вторых, принять решение приобрести его, то есть купить. И многие люди у нас задерживаются, они ходят сюда месяцами, они ходят сюда с семьями. Им здесь нравится, потому что здесь работают профессиональные продавцы-консультанты, которые порекомендуют, что именно вам нужно, что именно для вас нужно. Ну вот и скажите, вам дома сложно самому самостоятельно сделать гимнастику, например, простую? Вот так же и нам, точно так же. Когда мы приходим в зал, тут все что-то делают. И это людей вдохновляет. И каждый день мы слышим положительные результаты об изменениях нашего состояния, нашего здоровья. И это людей вдохновляет приобрести оборудование домой. Ну, для меня сумма в 3000 долларов – это не критичная сумма. В принципе, для пенсионеров тоже. Но у кого-то денег нет. Как же можно приобрести это оборудование? Приобрести все наше оборудование сейчас можно за наличный расчет. Можно по карте терминала. И у нас сейчас идет замечательная акция, которая называется 0024. Мы работаем в сотрудничестве с 5 банками. Можно купить все оборудование без первоначального взноса, без переплаты. Вы оборудование получаете сразу. От 6 месяцев срок до 24 месяцев. И пользуйтесь 2 года этим оборудованием дома.
Ну так а почему вы сюда пришли? Ведь есть же другие перспективные направления, как, к примеру, работа на металлургическом комбинате или другие места, банки те же самые. Совершенно верно. Я вообще поклонница Nugabest. Мне это оборудование очень нравится продавать, и мне не стыдно его продавать, потому что, во-первых, оно качественное, во-вторых, оно эффективное. И в-третьих, мы здесь даем полный пакет, то есть у нас здесь гарантия оборудования. Потом у нас установка бесплатная, обучение бесплатное. И самое это главное, что это профилактика более 100 заболеваний. Вот просто, казалось бы, растяжка позвоночника – это профилактика. Это прекрасный вклад в наше здоровье, это прекрасный вклад в наше долголетие, в наш иммунитет. И я хочу, чтобы родители наши были здоровы, чтобы наши дети были здоровы, чтобы наши внуки были здоровы. Каждой семье города Магнитогорска я желаю приобрести кровать Nugabest. И откуда такая уверенность и жизнерадостность? Да потому что получается. Даже те, на кого доктора сложили все грехи со остеохондрозом, мимо которого ни один человек из нашего будущего, прошлого и настоящего не прошел, начинает ходить и каким-то мне непонятным чудом двигаться, да еще как. Наблюдая то, что происходит здесь, в здании на улице Советской Армии 31А, мы понимаем, что поколения были раньше, но то, что придумывается и будет открыто, откроет новые перспективы развития человека, как это было с антибиотиками, а затем прививками. Ну а кто в это верит, может такие себя попробовать. В дружной семье Nugabest. Ждем вас в доме Nugabest.